Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как можно приготовить дома в обычной микроволновке самый настоящий ресторанный завтрак всего за пару минут. Это будет яйцо пашот, которое в кафе обычно продается очень дорого. Берем небольшое блюдо или мисочку. Она должна быть такого размера, чтобы в нее целиком поместилось яйцо, и наливаем в нее холодную воду. В воду добавляем немного уксуса. У меня был 6% уксус из белого вина. И хорошенько все это перемешиваем. Теперь берем вот такое маленькое сито, устанавливаем его над блюдечком и разбиваем прямо в сито яйцо. Будьте аккуратнее, потому что желток должен обязательно остаться целым. Зачем мы разбиваем яйцо в сито? Это делается для того, чтобы лишний белок из яйца стек, а все, что нам нужно, осталось в сите. Тогда яйцо пашот получится ровненьким и аккуратным. Теперь перекладываем наше яйцо из сита в воду. Очень-очень осторожно, не повредите желток. И ставим блюдо в микроволновку примерно на 1 минутку. Точное время приготовления зависит от мощности вашей микроволновки. Наше яйцо пашот готово тогда, когда белок схватился, а желток еще остался жидким. Теперь аккуратно достаем яйцо с помощью обычной шумовки и перекладываем на тарелочку. Кстати, не бойтесь, что яйцо взорвется. Нужно просто готовить его так, чтобы вода полностью покрывала яйцо и оно не перегрелось в микроволновке. Яйцо пашот нужно посолить и поперчить по вкусу и добавить к нему свежую зелень. Можно еще положить на тарелочку, например, бекон, тосты или ломтики соленой рыбы. Посмотрите, как у нас растекается желток, а это значит, что мы сделали все правильно. Приятного аппетита!